Мы находимся на дачах Лесная Поляна, 60 километров от Минска. Это Игорь Дед Бородед. Вот мы решили приехать на дачу. Сейчас у нас 28 ноября. И по плану у нас было прокопать траншею для канализации. Вот. Мы решили это сделать сегодня, но вот мы, все, что мы сегодня сделали за полчаса работы, это вот, вот что мы выкопали. Смысл в чем? Земля после 30 сантиметров, она более-менее мягкая, но на поверхности, то есть это просто замерзшая почва. Проблема в чем? Сейчас минус 3, и вот... Два брата-акробата, один лом, другой лопата, приехали сотворить чудо. Есть решение уже? Решение есть. Но это главное. Ее надо рубить. Туда она копается. Может, это, конечно, немножко по-другому. Смысл в этом и заключается, что мы легких путей не ищем. Плюсовая температура не для нас. Мы суровые белорусские парни, которые занимаются настоящей мужской работой.